Ну, поехали. Сейчас, подожди. Подожди. Вот я думаю, сейчас я на этот или на этот закрутить лучше. Да, давай. А. Давай. Чуть-чуть еще. Стоп. Стоп, подожди. Еще чуть-чуть. Есть. Окей. Но нормально. Thank you.
Там еще клип есть? Что? Клип еще один есть там? Вот этот вот клип. Чтобы я его тут приклепил сразу. А, это ты когда ходишь, у меня тут все шатается. А, ну окей, хрен с ним. Я его на этот прицеплю. А? Окей. Окей, дрель мы рано сюда подняли. Дрель чуть-чуть рано подняли. Да. Ну, скрузы тяжело доставать. Ну, сейчас я его поставлю, как ты говоришь, потом это самое. Этот как раз. Чего? Вот
Окей. Это немножко не получится так, как хотелось. Да. Да, я вот сейчас смотрю, если его вот так, он встает с этим. Я не знаю, он будет задевать или нет. А? Вот эту вперед ты хочешь? Да? Сейчас, мне надо тут раскрутить его чуть-чуть, чтобы это самое понять. Но он за антенну-то задевать тут не должен. Блин, мне надо сейчас будет его полностью раскручивать. Вот что плохо. Но, потому что я тут не в ту дырку закрутил, поэтому, чтобы вперед. Чуть-чуть на себя еще потяни этот провод. Чуть-чуть буквально, чтобы я просто тут решу, чтобы мне чуть-чуть полегче было. Ты когда на нее встаешь и бегаешь сам по ней, меня тут всего как шатает. Стоп, все, отлично. Так. Ну я думаю, что вот здесь вот совсем мало места сверлить. А вот тут она может, конечно, задевать будет. Вот здесь она будет задевать. Новые. Ну вот я сейчас смотрю.
Вот здесь вот только если. Давай вот здесь вот я попробую просверлить. Это, конечно, ты веревочку все равно коротенькую привязал. Ну, дрель держать. Надо было. Сейчас я посмотрю, вот так вот ее хватит или нет. Чтобы она тут не улетела. А, не, нормально. Все, нормально. Тут у меня этот отдельный холдер есть. Держится. О. Вот здесь вот с самого края будет нормально или нет. Вот так где-то. Чтобы она еще здесь закрутилась. Вот так. Да, где-то. Здесь вот так надо. Наверх не смотри, чтобы опилки не попали. Просверлил. Окей. Теперь надо ее открутить. Теперь надо ее открутить как-то и закрутить на новое место. Но она поворачивается, но я не на ту дырку закрутил. И тут мачта будет задевать за антенну будет, если здесь ее оставляю. Да, почти до конца.
кажется. О, блин. Слишком близко. Но здесь я его не могу заделать. Получается только вот это вот место, куда можно закрепить. Вот так вот, посмотри. О, shit. Тут некуда, вот я тут просверлил, но у меня там гайка не встает. Вот с этой стороны снизу она не помещается. Вот тут вот. Да. Может быть, если я чуть-чуть дальше бы просверлил, тогда это самое. Но тогда вот здесь вот все равно она не попадет, вот с этой стороны. Но здесь она не должна задевать. Хочешь, мы можем поднять его и посмотреть. Как ты считаешь? Я могу вот эту закрутить на одну, его приставим и посмотрим, он задевает, не задевает. Но так будет задевать. Можно только вот так вот. Ну вот так тоже я не уверен, что вот здесь вот он. Я тоже думаю, что будет задевать.
Да, я попробую вот эту чуть-чуть в эту сторону расширить. И тогда, может быть, мы вот здесь на один поставим, потому что здесь это фиксируется. Ну, сейчас закрутим как-нибудь.
Посмотри, ровно, неровно. Что? Ну, она сейчас будет чуть-чуть уходить. Сейчас. И когда ближе, тут она дотянется, уже будет он. Потому что. Ну, я тут тяжеловато идет. Как? Ну здесь надо будет, наверное, как саморез что-то вкрутить. Для контроля. И ну такой, который можно просверлить, а потом вкрутить этот, который из нержавейки что-нибудь. Не длинный только. А? Здесь лампочка, по-моему, большая как раз стоит. Здесь как раз лампочка, по-моему, большая стоит.
А нет, маленькая. Маленькая лампочка. Попробуй лампочку включи. Лампочку попробуй включи. Да. Нет. Окей. Но она горит, тут контакта нету.
Когда пальцем на нее надавишь, тогда горит. Я не знаю, он тут натянут, я не знаю, если мы сможем его поменять. Давай я спущу сумку, чтобы сверло ты мне дашь из скруз, чтобы я просверлил и эту херню закрутил. А она горит, если на нее сверху надавливаешь. Там есть более маленькие лампочки, дай мне, может у них это длиннее, это, я попробую ее поставить. Ох, моя нога болит уже. Кого? Да в принципе можешь дать, я его закреплю. А ты скрузы там внизу освободил вот эти, чтобы я его надел? А, отверточку еще маленькую положи, чтобы я зачистил, попробую тут этот контакт. А, или отключишь электричество, я этой зачищу.
Если бы паяльник был, можно было бы на лампочке чуть-чуть больше там олова нацепить снизу, тогда бы было бы как раз. Что ты ищешь? А? Можно тянуть? А куда ты хотел силикон положить? Я положу в красивый, а вот там вот. На эту трубку, на трубку эту, на трубку подогреть. Тебе надо было вовнутрь сразу силикона просто уже положить и все. Чтобы я тут не игрался с этими тюбиками. Ты когда на лодку с лодки прыгаешь, у меня тут все качается. Хорошо, лестницу эту взяли. Ух, блин, сейчас она остановится. Ну, ровно? Ну, так я хрен его вижу, он ровно или не ровно. У меня левела же здесь нету.
Фух. Ух ты, ё-моё. Ну-ка, попробуй эту лампочку включи. Ух, ух, ух. Это лучше сидит. Это горит. Отключи ее. Пап, отключи лампочку. Я хочу там чуть-чуть прочистить этот контакт. Ну-ка, включи. Включил? А? Нет. Нет. А? А, вот сейчас загорелось. А, по-моему, ей бочку свернула. А, окей, я этой лампочке бочку свернул, все. Надо другую брать. Включи. Включил? А? Включил ты? Почему она не горит сейчас? Что-то она совсем гореть перестала. А.
Но нет, тут все видно, как, ну, на нее надо давить. Это, короче говоря, надо будет ее как-то менять, эту штуку. Чего не очень бы хотелось сделать. Что она вся натянута тут изначально. Это попробуем. Окей. Ладно, давай вот этим закончим сначала. Так, куда мне здесь сверлить? Thank you.
Все, с этим закончили. Теперь вот с этим надо разобраться. Так, это я не откручу в жизни. Чуть-чуть еще на себя натяни. Все. Там электричество отключено. Ух, шит. Чё качать? Попробуй включи. Есть? Ну она горит, но как-то херово она горит. А, чаляп, упали.
Ага. Она вниз вот здесь тянула, поэтому она не горела. А, пока нет. Мне надо ее как-то здесь сделать, чтобы она вниз не тянула ее слишком сильно. Ой. О! И это теперь горит.
Окей. Я сумку спускаю. Ну, практически. Сейчас еще один. Ты мне плоскую отвертку подашь. Плоскую отвертку мне надо. Дрель можешь вытаскивать уже. Дрель можешь убирать. Все? А, клип с дрели сними, прицепи мой клип с дрели. Клип. Клип повесь на ручку. С дрели клип сними, повесь на... Потому что там это пластмассовая, она дебильная. Прям за эту зацепи, чтобы я ее просто это самое... Что? Ну, пусть пока горит, что я увижу, что он горит.
Чуть-чуть спусти. Чуть-чуть. Еще. 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 Стоп. Так. Начинаем вот с этого. Вот это. Все, можешь потихоньку спускать. Сейчас проверяем, тут ничего больше не забыли. Давай. Чуть-чуть. Еще. 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 Чуть-чуть. Давай. Давай. Еще. 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 Давай. Еще чуть-чуть. Еще. Еще. Все. Да. Все. Теперь давай мне сумку обратно. Чуть-чуть еще освободи. О, то у меня нога тут затекла. А? Лестница мне не нужна уже. Лампочка и вот это стекло новое положи. О. А, там еще винтик лежал на этом самом, на столе, еще один длинный, третий. А? Нашел? Thank you.
Так, там была больше отвертка. Вот она. Должно быть удобнее. Ну-ка, попробуй включи свет. Есть? Вроде бы есть. Горит. Большую здесь или маленькую поставить на must head? Горит, да. А?
Надо вот это загнуть, потому что она тут шатаная вся, Окей, я спускаю сумку. Давай. А потом чуть-чуть спустишься вот в эту камеру. А я, не, я отсюда попадаю, я отсюда достаю. Да? Да. Так что ты можешь сразу мне дать, я ее сразу просуну. О!
На, зади, возьми за что-нибудь, чтобы он там не выбежал. Завяжи. Так, да, я это отвяжу уже. Это уже не нужна. Ты зацепи, завязал эту хрень, чтобы она не убежала? Давай, подвяжи там это самое, вон, перетяни, подвяжи. Сейчас. Да. А? Поехали. Да. Фух, ну это хорошо, это лесенку, то что я взял, без лесенки у меня бы там все ноги бы, это самое. Это ты стоял на ней. Я на ней стоял по одной ногой. Я ее увидел, когда я, да это самое, я же в магазин уже зашел, когда я ее увидел. Ой. Так, вот сюда было прицеплено. Ой. А. Она у тебя за этот зацепилась. Фу. Сейчас время 1:30.